Избиратели 169-го округа доверяют Станиславу Косинову и готовы отдать за него голоса. Согласно недавно обнародованным результатам исследования компании New Image Marketing Group, именно Станислав Косинов стал лидером гонки среди мажоритарщиков. Лидерство Косинова не стало для социологов неожиданностью. Господин Косинов, человек, который уже был депутатом, он сейчас работает на округе. Его работа сейчас реально видна. Расхождение результатов исследований, говорят специалисты, с результатами выборов составляет 3%, если не помешают фальсификации, о подготовке которых на 169-м округе уже заявлял Станислав Косинов. Учитывая то, что в 169-м округе готовятся масштабные фальсификации, мы с Александром Киршом решили объединить свои усилия для того, чтобы защитить результаты выборов. В случае победы Станислав Косинов поддержит действующего президента. Политик уверен, именно Порошенко и его команда сделали больше остальных для достижения мира в Украине. Оксана Чепаренко, Андрей Домовой, Владимир Борох, агентство телевидения «Новости».